У жителей дома номер 11 по улице Парижской коммуны настоящий праздник – спортивный. На месте заросшего футбольного поля появилась современная многофункциональная площадка. Этим летом в городе построят еще как минимум 7 подобных спортивных объектов. В целом выделено несколько миллионов рублей на реализацию этого проекта универсальных спортивных площадок, а общее количество детских спортивных площадок в городе будет открыто более 83. Далеко не все могут посещать дорогостоящие спортивные клубы, а площадка во дворе доступна для каждого желающего вести здоровый образ жизни. За это ратуют сотрудники муниципального учреждения «Восток». На его базе работают почти 40 дворовых площадок. Постепенно заброшенные уголки города, каким был и этот, преображаются. Здесь было футбольное поле, если так можно назвать, ворота и больше ничего. Горы мусора, неблагоустроенность. Сейчас, конечно, все изменилось, приятно с детьми погулять. И, скажем, к спорту приобщить уже, тем более после такого праздника, который здесь организован. Пустовать новая площадка не будет, это ясно уже сейчас. Ребята постарше стремятся сюда, чтобы поиграть в футбол. Дети младшего возраста с удовольствием катаются на качелях. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново. Браво!